Друзья, привет! Вы на канале ABC Farben, и с вами я, Катя, рассказываю о ремонте. Прежде чем я вам расскажу, о чем сегодняшний видеоролик, и все вам это покажу, я хочу объявить конкурс. Пока я буду показывать, рассказывать, на экране будут появляться циферки. Вы эти цифры должны собрать воедино и получить номер телефона. Первые 5 зрителей, которые дозвонятся на этот номер телефона, получат от нас денежный приз на свой мобильный счет в размере 500 рублей. Ну что, поехали, будьте внимательны. Правильное цветовое оформление интерьера влияет на эмоциональное состояние человека. Поэтому в этом видеоролике я хочу вам рассказать, как сочетать цвета правильно, чтобы вам было приятно и комфортно находиться в помещении. Только будьте осторожны те, кто любит интерьеры в бежевом монохромном стиле, потому что это видео может изменить ваш взгляд. В 2020 году, как мы и обещали, будет очень много новинок. Некоторые из них уже готовы. У меня в руках 3 новых оттенка наших популярных колорантов Tiziana Mix. Это ягодный сорбет, это эвкалипт и трендовый цвет 2020 года, оттенок синего, который мы назвали Байкал. А теперь посмотрим, с чем же их правильно сочетать. Первый цвет, о котором я хочу поговорить, это серый. Этот цвет настолько самодостаточный и многофункциональный, что о нем можно разговаривать очень долго. Последние несколько лет он лидирует на рынке и метит вообще на основной базовый цвет в окрашивании интерьеров. Во-первых, люди перестали его бояться и все чаще его используют в базовом цвете. Данный цвет очень практичный и универсальный. Он может сочетаться как с яркими, так и с пастельными тонами. А самое главное, что данный цвет эвкалипт, он скрывает недостатки в помещении. Ну что, переходим к следующему цвету. Когда речь заходит о каком-то ярко-розовом цвете, то у людей чаще всего в голове представляется какая-то детская комната для девочки. Мы, обсудив и выбрав цвет, который нравится нам, нравится потребителям, пришли к нашему новому оттенку. Это ягодный сорбет. Получился он достаточно глубоким, насыщенным, и, как мне кажется, это очень стильный и классный оттенок для интерьера. Вы сделаете окраску стены данным оттенком, очень здорово будет, если вы поддержите ее в сочетании с каким-то текстилем. А причем текстиль, он может быть не обязательно в таких же оттенках розовых. Посмотрите, как хорошо он будет сочетаться с тем же цветом Байкал, то есть синими оттенками. Если вы берете темно-синий и как раз-таки оттенок розового с помощью колера, вы делаете менее насыщенный, а более бледный. Получается очень здоровское сочетание. Также вы можете добавить в интерьер не только элементы текстиля, но еще какие-то элементы декора. Второе классное сочетание, если мы берем серо-зеленый, такой темный, да, и нежно-розовый, вот как раз такой пыльный. Либо другое сочетание, когда мы меняем местами, и у нас получается акцент будет на темном и серый. Главное правильно сделать приоритет, то есть не должно быть в равных пропорциях этих цветов. Если вы хотите получить большое пространство, то вы делаете светлым оттенком основную часть, и уже какие-то элементы вы выделяете темным цветом. Либо для совсем смелых можно поменять местами. Тогда вы получите очень насыщенную, классную комнату. Еще можно привести пример сочетания цветов, которые очень здорово подойдут для гостиных либо кабинетов. Очень часто в этих комнатах мебель из такого очень темного, красивого дерева. Это может быть венга, либо темно-коричневый, либо темный каштан. И вот в этой ситуации они очень здорово будут сочетаться, если вы покрасите стены терракотовым. Ну, то есть нашим как раз-таки ягодным сорбентом. Это достаточно редкое, мне кажется, сочетание. В всяком случае, я его встречаю очень редко, но выглядит очень здорово. И оно потихоньку из Европы идет на наш рынок. И все чаще и чаще такое сочетание используют дизайнеры. И, наконец, третья наша новинка из колорантов. Это вот такой вот оттенок. Почему мы выбрали именно его? В 2020 году американским институтом цвета Pantone был определен и выбран цвет на 2020 год. Classic Blue, классический синий. Если мы возьмем палитру Tiziana Mix,
то мы увидим, что синие оттенки у нас уже есть. Это и серо-голубой, и голубой. Но этот оттенок, он более натуральный получился. И мы не можем его не включить в нашу палитру. И поскольку он такой натуральный, то и название у него тоже живое. Это Байкал. Оттенок Байкал отлично подойдет абсолютно для любого интерьера. Будь это спальная комната, коридоры, кухни, ванны. Он достаточно спокойный, умиротворяющий. И мне кажется, такой интерьер будет на ваше эмоциональное состояние очень хорошо влиять. Дополнительное освещение в комнате, когда стены выкрашены в синий цвет, это будет очень большим плюсом для вас. Очень классное сочетание для данного оттенка. Это желтый цвет, как бледно-желтый в сочетании с синим. Либо разбавить, да, этот цвет мебели из лимонных оттенков. Синее небо и оранжевое солнце вполне естественная композиция. И яркий солнечный оранжевый, он очень здорово подчеркнет благородный цвет Байкала. Три новых цвета в ассортименте колорантов Тициана Микс очень классно сочетаются между собой. Попробуйте соединить эвкалипт и ягодный сорбет, либо эвкалипт и Байкал. Получите очень классное сочетание этих оттенков между собой. И вы увидите, насколько многогранен цвет и как этот дуэт преобразит ваше пространство. Пока, ребят, спасибо за внимание.